самой низкой детской преступности. Впервые за всю историю Дмитрова наш город посетил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Его визит начался со встречи с главой Дмитровского района Валерием Гавриловым. На это мероприятие была приглашена дмитровская шахматистка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира среди юниоров Алина Бивол, которой недавно было присвоено звание «Международный женский гроссмейстер», а также руководители спортивной сферы района. Дмитровский район не только в Московской области, но не только в Российской Федерации, но и, наверное, во всем мире один из таких регионов, где любят шахматы. ФИДЕ у нас знает, что в Дмитровском районе шахматы развиваются как массовый, как народный спорт. Здесь играют все от мала до велика. Такое развитие получили шахматы в Дмитровском районе. Это значит, что глава, значит, Валерий Васильевич занимается шахматами, и он является примером для многих и многих других руководителей районов и территорий Российской Федерации. В теплой дружеской обстановке глава района и президент ФИДЕ обсудили развитие шахмат в Дмитровском районе. Обстоятельно рассказала об этом директор городского шахматного клуба Татьяна Бивол. По ее словам, в клубе занимаются 200 человек, в том числе дети. Самому старшему шахматисту 91 год. В Дмитрове проводится достаточно много турниров, городских и районных, в которых принимают участие шахматисты Подмосковья и других областей. Ежегодно у нас проводится шахматный фестиваль «Подмосковное лето», который является для спортсменов рейтинговым. В последнее время шахматы, особенно детский спорт, активно развивается. Два года назад президент России Владимир Владимирович Путин принял участие, лично открывал чемпионат России среди школьных команд «Белая ладья» в Сочи. Также в прошлом году президент России Владимир Владимирович лично открыл центр для одаренных детей «Сириус», и в этом центре шахматное отделение Владимира Крамника, где чемпион мира Владимир Крамник вот будет вести семинары, уроки. Во многих регионах Российской Федерации шахматы введены уже как обязательный предмет обучения. Поэтому Россия сейчас по развитию детских шахмат занимает одну из лидирующих мест среди 188 стран мира, входящих в ФИДЕ. Президент ФИДЕ, общаясь с приглашенными, отметил, что шахматы оказывают благотворное влияние на человека. Среди шахматистов нет наркоманов, шахматы являются лучшим лекарством против старения и некоторых старческих заболеваний. Он добавил, что готовится постановление правительства о введении шахмат в российских школах в качестве обязательного предмета. Шахматы – единственный вид деятельности, который помогает детям одновременно развивать левое и правое полушарие. Занимаясь шахматами, ребенок, он значительно быстрее развиваются у него умственные способности, физические способности. Так, например, в Сингапуре, когда мы открыли шахматную академию, вначале туда записалось 5 детей, а через несколько лет уже более 50 тысяч родителей привели своих детей в шахматные кружки. Почему? Потому что они поняли, что, занимаясь шахматами, ребенок становится конкурентоспособным. В конце встречи Валерий Гаврилов и Кирсан Илюмжинов вручили благодарственные письма шахматистке Алине Бивол и тренеру по шахматам Владимиру Коваленко. Президент ФИДЕ также подарил памятный сувенир главе Дмитровского района. Стороны договорились рассмотреть возможность проведения в Дмитрове международного турнира по шахматам с участием дмитровчанки Алины Бивол и ряда других мероприятий. А Кирсан Илюмжинов пожелал через некоторое время снова посетить новую шахматную столицу – Дмитров. Но я не ходил ни в шахматную секцию, никуда. Так вот я играл в шахматы, почему? Потому что дедушка заставлял. Неважно, станете вы чемпионами или нет, а шахматы помогут вам стать просто хорошими специалистами и хорошими людьми. Визит президента ФИДЕ в Дмитров продолжился в Дмитровской гимназии «Логос». В этом образовательном учреждении впервые в этом учебном году был введен обязательный предмет – шахматы. Один раз в неделю занятия с учащимися начальных классов проводит преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Юрий Некрасов. Кроме того, гимназия закупила ростовые шахматы и настенные шахматные доски. И теперь каждый ученик на перемене тренирует свою смекалку и сообразительность. В актовом зале школяры смогли задать вопросы президенту ФИДЕ, а затем Кирсан Илюмжинов и Алина Бивол провели сеанс одновременной игры с гимназистами.
Некоторым из них президентом ФИДЕ даже была предложена почетная ничья. Ничья.